Одно из любимых блюд в нашей семье – это каша из перловки. Сейчас покажу, как я ее готовлю. Сначала прокручиваю лук и добавляю фарш. Туда же соль, черный перец, паприку. Перемешиваю и хорошенько отбиваю, до тех пор, пока фарш не станет вязким. Далее смачиваю руки водой, беру небольшую часть фарша и формирую котлетки. После этого разогреваю растительное масло и жарю котлеты с двух сторон до золотистого цвета. Далее котлеты вынимаю и жарю остальные. Прожарив все котлеты, масло нужно процедить. Протерев сковороду бумажным полотенцем, вливаю масло обратно. Погружаю лук, морковь и обжариваю до мягкости. Добавляю томатную пасту, щепотку сахара, обжариваю пару минут. Теперь добавляю заранее сваренную перловку. Перловку хорошо разогреваю и наливаю горячую воду, столько, чтобы перловка слегка покрылась водой. Добавляю соль, черный перец, сухой чеснок. Хорошо перемешав, сверху выкладываю котлетки. Кладу пару лавровых листиков. После закипания уменьшаю огонь до минимума, накрываю крышкой и томлю 10-15 минут. Затем выключаю огонь, посыпаю зеленью. На этом этапе можно добавить по желанию кусочки сливочного масла. Накрываю крышкой и оставляю еще на 5 минут. Как же это вкусно! Обязательно попробуйте. Всем приятного аппетита!